Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Snap от Marvel, конечно же. Так, ну что, сегодня в ПВЗГ мы наполучали звездюлей. Теперь давай будем получать, наверное, здесь тоже звездюлей. Кстати, я приобрел новую карту, сейчас тебе покажу, как она называется. По-моему, даже две карты я получил. Я их еще не тестил. Сейчас посмотрим. Сейчас. Они дорогие карты. Относительно дорогие. Блин, не пропустить бы только. Сейчас я вам покажу, ребят, что за карты. Так, вот, первая, Легион. При раскрытии заменяет каждую другую локацию этой. Пока не могу понять. Заменяет каждую другую локацию этой. Какой этой? Какой именно? Непонятно. И что-то у меня еще должно быть новенькое. Блин, видимо, я пропустил. Вот первая Легион, а вторая... А, вот, ребят, Атума. Да ё-моё, вот. Уничтожается, если в конце вашего хода здесь будет другая ваша карта. То есть, ты понимаешь, да, что если... Я, например, поставлю в колонну еще какую-то карту, помимо Атумы, он уничтожится. Ну что, у нас, по-моему, начался новый сезон, ребята. Девятая колода, легендарная моя девятая колода. И мы попробуем сейчас. Я уже думал, что Кока-Кола куда-то у меня улетела. Нет, все на месте, все пучком. Так, Аринри. Какой-то Аринри. Ну? Что? Так, первый игрок, который заполнит. Все, я понял. Первый игрок, который заполнит, мне пока этого не светит, ребят. Потому что... Он тоже пропустил ход. Странно. После четвертого хода все карты перемещаются на одну локацию вправо. То есть сюда. Я, наверное, закончу ход, ребят. Я не знаю. Угу. Санспот. Он вызвал санспот. Так, ну что я могу? Я могу только поставить броню. А вот этот парень мне как раз-то и пригодится. Санспотом мы этого уничтожим. Надеюсь. Если он, конечно, сейчас его как-то не прокачает. Но он не стал прокачивать. И мы его уничтожили. А если я вот так вот сделаю? То есть почему-то Анри пропускает тупо ходы. Я не знаю почему. Интересно. Друзья, я, наверное, сделаю вот так вот. Так, две тигрицы у нас выходит. Последний ход, ребят. Само собой, Дум. Тут даже не обсуждается. А кто у него там, может быть? Один. По два раза, да? Сработает сейчас. Да ладно. Сдулся ты, парень. Сдулся. Ну что же, с первой победы нас, друзья. Смотри-ка, морда. Морда, ребята, хочет у нас... Хочет прокачаться, но я пока не могу. У меня не хватает кредитов. Погнали дальше. Блин, слушай, давай посмотрим, что за карта Легион. Вот после этого поединка посмотрим. Я воткну его только вместо кого? Вместо Санчи? Или вместо морды? Вместо морды, ребята, мы его воткнем и посмотрим. И Атуму можно, кстати, будет глянуть. Как ты считаешь? 4-10. Знаешь, что я сейчас думаю? А поставил ли я ВПН, потому что уж больно долго мы ищем противника. Давай попробуем все-таки сразу сделать. Берем с тобой девятую колоду нашу. Где она? И уберем отсюда. Давай Космо уберем. Мы все равно
последнее время им практически не пользуемся. И возьмем Легион. Где он у нас? Мне хотя бы просто, ребята, понять. Блин, я его пропустил. Вот он. Но он стоит, конечно, дорого. Легион и Магнета, наверное, тоже я удалю из колоды и поставлю вместо него Атуму. Как-то так. Подключиться снова? Это что-то сейчас такое было? То есть ты хочешь сказать, что я пропустил... А, видимо, там нашелся противник, а мы с тобой в этот момент вышли из игры. Да, видимо, так, ребят, получилось все. В плане. Санспот опять. Санспот нам не в указ. 5 к энергии на этом ходу. Воу, 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 5 к энергии на этом ходу. Ты знаешь, что я сейчас сделаю, ребят? А я нифига не... Я нифига не сделаю. Превращает случайно так в руины. Давай я сделаю вот так вот и... И броню. Не буду я пока ничего ставить больше. Не Санчи, а Вонг его звать, ребята. Вонг. Он добавляет ход. Он его прокачивает. Он Санспот, ребята, прокачивает. Ой! А хотя... Нет, давай... Нет, блин! Давай сюда поставлю. Псигнотик? Есть, у вас здесь одна карта. Слушай, если я поставлю сюда Дума... Ладно, фиг с ним. Дум же, он пойдет на две локации, поэтому здесь будет уже не одна карта. Ах ты, жук ты навозный. Вот ты как решил, да? Вот ты, значит, как делаешь, да? Я сделаю вот так вот. Из-под тишка, ребят. Пускай мне будет хуже, но ему тоже будет не сладко. И надежду мне на Дума. Потому что тигрицы мне не дали. И не забывай, что он, скорее всего, будет сюда ставить Одина. Поэтому нам в наших интересах, ребят. В наших интересах сюда поставить... Так, седьмой ход, да, будет. Одина он сюда поставит, ведь так? Он 100% сюда влепит Одина. Давай я сделаю так. Мы первыми будем, ребята, открывать карты, поэтому Один... Блин, нифига. Оу, нежданчик. А что такое Адам? Ставим. Кто у него тут? Ага, железный человек. И... Джубили. Это не вариант, ребят. Походу он проиграл. Он проиграл, друзья мои. Победа за нами. Я до сих пор ни Атуму не выставил. Ни этого. Ни Легиона. Он мне не выпадает еще пока. Так, задание зато какое-то я выполнил. Давай-ка мы...
Слушай, 430 кредитов, ребят. Ну, мне кажется, сейчас на прокачку пойдут у нас наверное, кто-то из новых карт. А кто у нас из новых карт? Да, вот, например, эта девчуля Мария Хилл подросла до эпической карты. Ну-ка. Оп, 10 бустеров. На кого? Блин, я не посмотрел на кого, ребят. Ай-яй-яй-яй, Рэй, ну как так-то? И еще можно даже, нет? По-моему, там все. Нет, 230, ребят, 230 кредитов еще. Какое все? Это только начало. 230 кредитов, то еще можно, ребят, прокачать кому-нибудь. Морду. Нет, по-моему, морда... Нет, морда не хочет прокачиваться. Вот серфер, да, серфер готов. Ну, всего лишь одну, правда, дает. Ну, зато необычная рубашка у него получается, ребят. Так, нам до хранилища нужно всего лишь раз, два, три. Три. Еще 205 кредитов. Я еще могу, ребята. Прокачиваем. И еще одну. И еще одну, и тогда будет все четенько. Угу. Блин, нельзя столько, ребята, колы. Хотя она зира, кола зира, но... Она как была сладкая, так сладкая и осталась. Очень, она даже, я бы сказал, приторно сладкая, ребят. А, у меня вот кто еще хочет прокачаться. О, о, ребят. Значит, сейчас получаем сундук. Ну, я надеюсь... Надеюсь, в сундуке что-нибудь путевое будет. Не надо мне вот этих вот ваших вот кредит. Дайте мне, пожалуйста, карту. Вау, ребята, вытягивает карту в конце каждого хода, если вы побежите на этой локации. Сколько он стоит? 2-0. Вытягивает карту. Ну, ребята, 2-0. Две энергии, ноль атаки. Но если только контрить его, то да. Его опять же можно, наверное, заблокировать, мне кажется, через ведьму. Ну, я так предполагаю. Как уж там Корбин. Липкий, но липкий, но прочный парень. Так прямо написали, ребят. Можно, в принципе, Адама вместо морды взять. Вместо... Ох, ух ты. А вот и Атума выпал. Вот. Он идет, ребята, хорошо, если мы ставим, например, на локацию. Так, Кравлер. Ночной змей. Карта здесь получает плюс 5 к силе. Что он там делает? Так, ребят, сварм. А кто будет ходить? Будет ходить он. Я не успею заблокировать, да, получается, сварма. Так, тогда... Так, а что у нас серфер делает? Серебряный. При скрытии остальные все ваши карты с базы 73 получает плюс 2 к силе. Ну, давай сюда его влепим. Свапать будем, нет? Ну, я так и понял, на сбросах. Ребят, на сбросах пацан играет. Блэк Кэт вылетела. Теперь ходим... Подожди, а кто сейчас? Давай так сделаю. Так. И вот так. Накия и Электро. Хм.
Это еще не последний ход, ребята, но... Силой 9. Я попробую уничтожить Леди Сифт. Но он сейчас, наверное, смерть вызовет, ребят, скорее всего. И последний ход у меня. Че, будем проверять, ребята, легионы? Блин, как сделать-то правильнее? Плюс 5 к силе получает. Давай, я рискну, ребят. Я не знаю, что это за карта, что она делает. Мы сейчас как раз-то и посмотрим. American Chavis. А как легион будет работать? А, вот он. Вот он, ребята, что делает. Ту локацию, на которую он стоит, а на все остальные локации меняются, ребята. Прикинь? Он меняет именно ту локацию, на которой он стоит. Все, все теперь мне понятно, ребят. Дай мне, пожалуйста, награду мою. Даже не подросли. Поехали еще разок. Наверное, партийку еще на этой колоде сыграем, а потом попробуем на сбросах. Ну, в принципе, ребят, ну, не колода, а легион мне, в принципе, понравился. То, что он заменяет все локации на той, на которой он стоит. Так, у нас Анубис против меня. Я ничего поставить не могу. Пропускаем ход. Так, монстр добавляет карту. Карты и так будут, не будут раскрываться до конца игры. Санспот. Хитмонкей. А что Хитмонкей делает? При раскрытии плюс 2 силы за каждую карту, разыгранную вами на этом ходу. Угу. А здесь до конца игры не будет раскрываться карта, ребят. Вейв. Удешевляет карты, ребята, да? Ну что, монстр мы бомбим? Или как сделать лучше? Давай, короче, поставим так, а потом поставим с собой Дума. Ты понял? Ты понял, что он сделал? Хорошо, гаденыш. Мы тебе монстра уничтожим сейчас. Чё? А что произошло-то, ребят? Что произошло сейчас? Да, ребята. А две карты сюда полетит же, да? Да. Ё-моё. Я не могу понять, почему я не смог закрывать эту локацию. Карты не могут быть добавлены, убраны и так далее. То есть, соответственно, и не уничтожить, да, их.
Объясни мне еще одну вещь такую. Почему у меня два легиона в колоде оказалось? Откуда два легиона осталось у меня в колоде? То есть ты видел, один стал легион и второй. С какого, блин, перепуга они у меня оба взялись? Мне это непонятно. Блин, Атума. Как-то вот ты не вовремя. 4, 6, 4 и 5. Сверхпоток. Я пропускаю. На четвертом ходу можно будет поставить Атуму. Руины. Просто, ребята, руины добавляются. Ну, морду только ставить я могу, ребят. Две локации только. Он сюда будет, должен ставить сюда. Ну, я вряд ли думаю, что он сверхпоток будет себе перекрывать. Он мне выкинул гоблина сюда, да? Он мне сюда скинул гоблина. Тогда я поставлю легион сюда и сделаем все руинами. И дерби. Сейчас все локации превратим в руины. Чтобы никаких бонусов у него не было здесь. Нафиг ты его... А, ну в принципе нормально, ребята. Он вначале отыграется, потом это открывается карта. И последний ход, ребят, у меня. Дума ставим тогда. А что еще могу поставить, ребят? Ну, он собирается одну локацию только прокачивать, ребят. А все. Давай, свистун. Гуляй дальше. Ты понял, да? Он разыграл только одну локацию, ребят. Он хотел на ней отыграться, но у него ничего хорошего не получилось в этом плане. И мы его победили. Мы, блин, мы так что-то с тобой медленно шпарим. Очень медленно шпарим. Прокачки, как бы, я не знаю, ребят. Что-то жрать захотелось мне. А гречка у меня еще не сварилась. А курица у меня... Не, курица у меня есть, но... Я еще одну хочу сделать. Спайдермен. Ты зря этого парня сюда поставил. Плюс 5 к силе. Я, наверное, так вот сделаю. Он будет сейчас сюда кого-то ставить, наверное, наверное. Но это не точно. Добавляет по одной карте случайному игроку. Этого мы уничтожим сейчас. Ракету. Снаки не получится. На ракету, да, ракету мы уничтожим. Так, карта здесь получает минус 3 к силе. Нет, спасибо. Минус 3 к силе, если я вызову тигров, будет 4 вместо 7, да? Он на каких-то мелких картах, ребята, разыгрываться собирается, смотрю. Краблер.
И... И получается, что, ребят, у нас? Стоит ли мне перемещать? Стоит. Или не стоит? Давай не будем пока ничего делать. Я посмотрю, куда тигрица у нас выплюнет. Ну, один сюда, это однозначно, ребят. Этого перемещать будет куда-нибудь. Но, Доктор Стрэндж. Две локации наши, ребята. А, еще последний ход. Ёк-макарёк. Как сделать-то тут лучше тогда получается? Ребят, как лучше сделать? Так, противник может развить карты в этой следующей локации. А открываем мы первым, да? Ну, я даже не знаю, ребят. Карта закрылась же, да? Все, карта заблокировалась. Ау, ау. Но он проиграл все равно, ребят. Виктори. Четырнадцатый ранг. Ребята, эта колода у меня была создана еще при царе Горохе. Я думаю, вы помните, когда я вместе с вами ее делал. И она до сих пор актуальна. Она до сих пор работает. Что очень интересно, ребят. А что это у нас такое? А, режим игры, PvP. Я знаю этот режим PvP игры. Там трэш. 100 кредитов в плюсе. 255 кредитов у нас. Ребята, я могу, наверное, что-то... Дакин, а кто такой Дакин? М? Что за Дакин, ты мне объясни. Вайпер, гадюка. Фреймрейк. Ну, кто-то там 50 кредитов на кону у нас, ребят. 50 кредитов всего лишь. Да иди ты, Фалкон, отсюда. Да я хочу, просто... Ты издеваешься? Вот. Угу, Вонг. А вот, ребята, мы и... Что там получаем? Анимейтед. Мы получаем с тобой 50 кредитов. Я забираю это. Я забираю этот бонус. Давай попробуем теперь сыграть на колоде номер 16. Я забыл, какая там колода, ребят. По-моему, все-таки там на сбросах. Чуть-чуть до ранга не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй. Не на сбросах, ребята, а на перемещениях у нас здесь. Энджел Кравлер. А он знал. Давай так поставим. Плащ. Че там первый игрок, который... Ага, понял. Ой, подожди. Он же... Подожди, куда ты там? Так, будет перемещена на локацию влево.
на локацию влево. Худ. С наибольшей картой. Ой, с наибольшей силой. А что он хочет сделать? Ну, только лишь батлер. Вот что. Только ради этого, что ли, ты делаешь это все? Подожди. Ай-яй-яй, нет. Нет. Да не... Да что ты... Да, Рей, ну... Да убери ты ее в колоду. Сюда ставь. Что-то будет хреново, ребят. Да, я, по-моему, ребят, проиграл здесь. Нет, выиграли. Он зацепился за одну эту. Он зацепился, ребята, за одну локацию. Ему стоило только лишь переставить немножечко в другую. Вот посередине бы, если бы он Chevy Chase вызвал бы, ребята, я бы проиграл бы. Но он почему-то вот уцепился в... зубами вот именно туда вот ему захотелось. Так, 16-е. А у нас еще есть... А у нас же еще какая-то есть... У нас еще какая-то есть колода, ребят. Я не помню точно какая, но где-то мы на сбросах. Я не помню, какая это колода. Я их не подписываю, как ты видишь, и... Вот она. Вот она, ребятушка, колодушка эта. Поехали. Санспот. Ага. Так, первый разыгранный вами карты здесь получает плюс 3 к силе и перемещается. Red Devil. Удешевляет карты. Удешевляет, ребята, карту он. Ага, ставит дума. Последний ход. Что там у нас сбрасывает, по-моему, да? При сбросе из вашей руки добавляет 3 случайные карты. А этот у нас при раскрытии возвращает одну из ваших сброшенных ранее карт. А я не помню, что мы сбрасывали. Так, здесь можно не волноваться, вот здесь надо ставить. До свидания. До свидания. Прекрасно, ребят. Он еще мне язык показал. Снеговик там внизу стоял.
Так а что ему? Только и остается языки показывать. Кривляться. Так, ребята, у нас скоро заиграть карта 71. И что там? И что там было? Верните карты. Верните карты, да? Стоимостью 1. Блин, время 11 час, ребята. Надо, блин, баньки ложиться. Баньки ложиться. Так, ну это если мы при сбросе из вашей руки. Смотри, сейчас кого сбросит. Вот эту карту. Ребята, это... Опа. Опа, опачки, папули. И самое обидное, что леди именно сбросилась, ребята. Леди должна была скинуть самую тяжелую карту у меня. Уничтожает ракету. Ой, красавчик. Ну, он прокачивается, конечно. А, он же первым прострелил. Пострелял. При уничтожении возвращается в вашу руку. Какое? Вот это, кстати, не очень хорошо, ребят. А сброса будет? Будет, ребята. Ох, хорошо как. Хорошо, ребята. Так, ну что, сюда ставим Хеллу и все, ребята. Наверное, так понимаю. Или как сделать нам лучше? После каждого хода карты здесь сражаются с... Ага, уничтожает слабых. Давай так сделаю. А уже в конце. А что сейчас делать-то, я не понял. И восстанавливаем Хеллу. Смотрим. Прекрасно, ребят. Прекрасно было сыграно. Прям даже лучше, чем я ожидал. Так, можете прокачать? Можно, ребят. Трехмерочки он становится у нас. Ну что, я думаю, что на сегодня, наверное, я думаю, можно закончить, ребят. Ох ты, 10 бустеров еще получили. Пока мы держим марочку. Так, следующий главный тайник на плюс 1450. И главное, показано, кто может попасть в тайнике, плюс случайная карта серии 4 или 5. Ну, если честно, я бы хотел бы получить либо Галактуса, либо Немрода. А кто такой Немрод? При уничтожении добавляет одну копию. При уничтожении добавляет одну копию во все другие локации. О, это имба, ребят, какая-то. То есть, прикинь, ты ставишь его, поверх ставишь Кардейдж, он его уничтожает, и 5 и 6 на каждой локации появляется. Это просто чудо какое-то. Но это на 1450, у меня 1374. Можно, ребята, можно, в принципе, этого добиться. Но это будет не сегодня. Это будет не сегодня, это уже будет в следующие, ребята, разы. Так, задание выполнил, еще одно какое-то. Забираем. Забираем. И тут забираем еще, по-моему, 100 кредитов. Да, 100 кредитов. И 10 золотишко. Да. Ну что, ребятушки, а на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.